чем заключается интерес в игровом кино, мой личный, помимо сценария, актеров и прочее, ты всей ситуацией владеешь. Ты можешь сделать все, что угодно. И в любую секунду поменять. Этот человек у тебя может умереть прямо в этом кадре. А может ожить. Я утрирую, но это так. И вот это ощущение конструирования жизни, оно какое-то удивительное. От режиссера зависит, как ведет себя вся команда. Если они почувствуют, что вы имеете некое равнодушное к этому отношение, они все это чувствуют мгновенно, от осветителя до рабочего. И все, беда. Сразу же беда. Будут все работать, а не участвовать активно в этом процессе. И вот завести на это дело – это режиссерское умение и как бы человеческое, скорее, умение крайне важно, крайне важно. Вот, скажем, есть роль, она написана. И мне важно, почему я беседую поначалу, чтобы человеческие качества вот этого конкретного человека подходили для этой роли. Не играть их только, а вот чтобы его нутро соответствовало каким-то параметрам того, что написано в сценарии. Ты выходишь утром на площадку и снимаешь некий эпизод. Ты должен снять в этот день гениально. И в эту секунду ты должен получить максимальный результат от всех, от себя, оператора, актеров. И так 100 дней съемочных. Экран – это лакмусовая бумажка, она все проявляет, недостатки все. Актерские, сценарные, режиссерские – все это будет видно. Поэтому только по максимуму, а режиссер обязан это все чувствовать.